Хочу это осветить, Игорь Николаевич. Мы с вами редко встречаемся, но всегда с пользой. Мы очень рады тому, что ситуация в Молдове в целом стабилизировалась. Есть возможность использовать эту, ну, во всяком случае, относительную все-таки стабильность для развития экономики, для развития наших двусторонних связей. Поэтому я рад возможности с вами сегодня обо всем этом поговорить. Уважаемый Владимир Владимирович, во-первых, спасибо большое за возможность сегодня обсудить двусторонний вопрос. Хочу поблагодарить за то, что вы поддержали мирный процесс изменения власти в Молдове, так же, как все наши внешние партнеры. То, что произошло в Молдове в начале июня, это новый шанс для развития страны, это и внутренний консенсус, но и очень важный внешнеполитический консенсус основных геополитических игроков. С июня уже в наших двусторонних отношениях есть изменения к лучшему, есть контакты на всех уровнях, потому что раньше с молдавской стороны президент занимался повесткой молдороссийской, сейчас уже был и официальный визит спикера Молдовы в Москву, встречались сопредседатели в Кишиневе, мы планируем в сентябре провести межправкомиссию, первую за последние 3 года. Есть существенные изменения и по поводу торговли. У нас будет и инвестиционный форум в сентябре в Кишиневе, поэтому по всем направлениям двухсторонним у нас есть положительная динамика. Поэтому хотелось бы все это обсудить и посмотреть, как дальше будем и по другим сегментам развиваться. Хорошо.